Всем привет, друзья. Пришли сегодня на пляжик отдохнуть. Такой замечательный день у нас в Киеве, жаркий. Угу. Вот такая вот у нас погодка, градусов где-то примерно 30 сейчас. Наленько. Угу. Взяли с собой матрас и круг. И круг. Смотрите, какой у нас полноценный отдых. Отдыхаем мы на речке Десенка. Ну, можно сказать, речка не речка, это затока Днепра. Это город Киев. Сейчас вам покажем, какие здесь красоты. Отдыхают также здесь уточки. Сейчас я вам их приближу покажу. Нравится, что здесь вот такой вот белый песок. Белый песок и, конечно же, вот такие вот водоросли рядышком не очень хорошие, но как-то их сюда ветром занесло. А посмотрите, какая водичка, сразу же резкая глубина идет. Алина, не хочешь пойти в этот? Что? Поплавать на матрасе? Конечно, хочу. Иди пока поплавай. Ты, пожалуйста, последи, чтобы... А? Чтобы круг не улетел, последи. Хорошо. Круг я сейчас твой заберу. Так, надо как-то так круг поставить. Вот там вот, как видите, у нас дома. Большое количество домов. Сама сможешь потом это? А? Ты хоть потом сама сможешь поплыть? Да. Вряд ли. У нас круг немножечко, не круг, а матрас чуть-чуть поддувает. Так что надо его подкачивать со временем. Это, наверное, все матрасы такие. Я плыву, как какая-то реально черепашка. Только стой, нет, погиб меня пока что. Я хочу тут попробовать встать. А? Это жесть! А куда меня запросил? Это же мелко. Тут мелко, классно. Сейчас перевалишься, как покатушка. Конечно. Оттолкнуть тебя? Нет, не надо! Издевайтесь тут от ребенка! Я хочу встать! Встану в следующей жизни! Давай, подплывай сюда! Алина, подплывай сюда! А? Подплывай сюда! Ты подплывай, да. Тебя относит ветром. Не туда плывешь.
Тут уже земля. Тут я могу. Тут ты можешь прыгать. Встать. Тут можно прыгнуть просто. Тут уже встать быстро, если ты хочешь прыгнуть. Тут надо этого накачать его уже. Он уже подсдулся, уже все. Это считалось, надеюсь, то, что надо я встала. Накачать. Идем на берег, подкачаем. Пошли. Я. Пошли, давай, забираем матрас, подкачаем. Пошли. Пошли, Аленька, подкачаем его. Меня заносит, помогите. Я стараюсь. Как это плыть? Придумали. Я пытаюсь отплыть. Так, Алина, ты тебя в болото тащит. Смотри, там болото. Вполне добрый. Так, ладно, друзья, будем пока сейчас накачивать матрас, а то он, я вижу, совсем подсдувает. Так что подписываемся на канал. Всем до новых встреч, всем пока. Давай, Алинка, скажи пока. Пока. Я сейчас утону.